В Вашингтоне состоялась встреча Си Цзиньпина и Барака Обамы. Переговоры прошли в рамках 4-го саммита по ядерной безопасности. Лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы. Будучи крупнейшими развивающимися и развитыми странами на планете, Китай и США обязаны обеспечивать мир, стабильность и процветание. Так что у нас огромный потенциал для расширения сотрудничества. Иногда между сторонами существуют противоречия, однако мы должны уважать коренные интересы друг друга и разрешать проблемы путем диалога. США приветствуют развитие Китая. Страна для нас мирный, стабильный, процветающий и ответственный игрок на международной арене. Я намерен развивать наше сотрудничество, преодолевая глобальные вызовы. Все эти годы я старался эффективно работать с Китаем, чтобы разрешить разные международные проблемы. Мы установили механизм коммуникации и сотрудничества. Обе стороны готовы усилить эти связи. Также на встрече Си Цзиньпин и Барак Обама обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова, меры по противодействию изменениям климата, вопросы соблюдения прав человека, обеспечение кибербезопасности и проблемы в Южно-Китайском море. Стороны договорились укреплять сотрудничество, координировать действия в международных делах и расширять зону общих интересов для развития двусторонних отношений.